Новая ампульная высококонцентрированная сыворотка с коллагеном от Синдо стоимостью 99 рублей. Эта сыворотка заменяет три косметических средства, тоник, эмульсию и сыворотку. Главная цель ее – увлажнение и регенерация кожи. Также она способна разгладить микрорельеф кожи, придать свежесть и сияние. Набор подставок под чашку, хотя мне кажется, это опечатка и надо было писать под кружку. Стоимость 55 рублей, производитель Китай. А почему под кружку? Да потому что я никогда не слышала, чтобы пиво пили из чашек. Обычно его пьют из кружек. А эти подставки, они явно на пивную тематику. И упаковка, и сами подставки. И размер у них соответствующий. Сделаны они из пробки, верхнее покрытие картон с рисунком. Салфетка сервировочная размером 45 на 30 см, состав поливинилхлорид, производитель Китай. Стоимость 149 рублей, продаются в нескольких расцветках. Эти салфетки защитят стол от загрязнений, разводов и царапин. Сделают сервировку красивее, а уборку проще. У салфеток с разных сторон немного текстуры отличаются. С одной стороны мелкий рисунок, с другой крупный. И выглядеть это будет на столе тоже по-разному. Не понравилось мне, что салфетка проткнута насквозь креплением для ценника. Женские перчатки от Lady Collection в составе шерсть 60%. Если честно, то меня шокировало немного. Цена на эти перчатки, они стоят 249 рублей, при этом они не утепленные, они тонкие. Видимо, из-за количества шерсти в составе такая цена. Качество у этих перчаток тоже не ахти. Сенсорный указательный пальчик, довольно неаккуратный пошив. Модели классические, украшены либо пуговкой, либо бантиком. Перчатки женские от Lady Collection, производитель Китай, состав 95% полиэстер, 5% эластан. Стоят такие перчатки 249 рублей, отделаны искусственным мехом, нижняя сторона плотный трикотаж с утеплителем типа байки, а верхняя сторона похожа на драп, но только похожа. В целом перчатки удобные, длинноваты пальчики, особенно мизинчик и безымянный, но ручки у всех разные, и кому-то, возможно, эти перчатки хорошо подойдут. Продаются в различных расцветках, перчатки удобные, смотрятся отлично. Игрушка антистресс, производитель Китай, состав силикон и пластмасса. Игрушка представляет из себя белую панель пластиковую, на которой находится 36 силиконовых ячеек, которые и являются тем самым антистрессом. Расцветка у всех игрушек примерно одинаковая. Ячейки силиконовые, расцветка меланж, поэтому небольшое отклонение в ту или иную сторону. Вот видите, поярче немножко. Женские перчатки производства Китай. Состав 41% акрил, 30% полиэстер, 29% полиамид. Стоят такие перчатки 199 рублей. Выглядят они довольно привлекательно, имеют два сенсорных пальчика, но какие-то мелкие недочеты все равно встречаются в исполнении. И как на руке они сидят, мне совершенно не понравилось. Какие-то жутко огромные пальцы. Там, где они должны идти на сужение, они, мне кажется, наоборот расширяются. Тарелка обеденная, диаметром 24 см от Luminarc. Производитель Франция. Стоимость 149 рублей. Состав стеклоупрочненное. Тарелка с ярким красным дизайном и широкими полями отлично подойдет для подачи вторых блюд. В этой коллекции есть еще глубокая тарелка, которую я вам показывала ранее. Ну а в качестве посуды от Luminarc, я думаю, сомневаться никто не будет. Кошелек из хлопковой ткани с ремешком на запястье, производство Китай. Стоит такой кошелек 99 рублей, состав полиэстер, хлопок и сталь. Продается в нескольких расцветках. Довольно качественно сшит внутри на подкладе. Кстати, можно использовать этот кошелек не только как монетницу или кошелек. Непосредственно можно использовать и как небольшую косметичку. Для тех, кто любит носить с собой в сумочке какие-то косметические мелочи, идеальный, мне кажется, вариант. Небольшая, симпатичная, прочная. Ну а ремешок на запястье превращает ее вообще в такую мини-сумочку. Туда поместятся и ключи от дома, и губная помада, и деньги.
Тарелка новогодняя гномик от снежного кружева, производитель Китай, состав Доломит. Стоимость такой тарелки 149 рублей. Выполнена эта тарелка в форме новогодней елочки и украшена фигурками гномиков. Ее можно использовать как порционную, а можно и для подачи новогодних закусок. Новогодние скатерти от Home Textile размером 140 на 150 сантиметров, 100% хлопок. Производитель текстильная компания «Русский дом», город Иваново. Стоят такие скатерти по 249 рублей, продаются в различных расцветках. Тематика ввиду наступающих праздников, естественно, у всех новогодняя. Есть темно-зеленые скатерти с классическим рождественским рисунком, шишки, еловые ветки, новогодние игрушки. Есть тематика со снегирями, тоже очень красивые скатерти в голубых тонах. В общем, советую присмотреться. Детский конструктор «Паровоз и вагоны». Стоимость 99 рублей, производитель Китай, предназначен для детей старше 6 лет. Помещен внутрь пластикового яйца. Размер яйца 6,5 на 8 см. Конструктор состоит из мелких разноцветных деталей, из которых и нужно собирать вагон и паровоз. Елочное украшение птички на клипсе. В набор входит две штуки, состав полиэстер, пенополистирол, полистирол, сталь и перо окрашенное. Производитель Китай, стоимость 149 рублей. Птички продаются в нескольких расцветках, выглядят очень реалистично. Благодаря креплению клипса птичек можно разместить не только на новогодней елке, а практически в любом месте вашего дома. На занавеске, на полке, можно даже на цветке. Кухонный универсальный нож длиной 26 см, стоимостью 99 рублей. Производитель Китай, состав нержавеющая сталь, полипропилен и алюминий. Этот нож имеет эргономичную ручку, длину лезвия 14 см, отлично подойдет для работы с любыми продуктами. Автомобильные наклейки, в набор входит две штуки, стоимостью 55 рублей, произведены в Китае, состав ПВХ-бумага. Наклейки размещают на заднем стекле или кузове. В продаже много весьма оригинальных вариантов, и это самый простой способ подчеркнуть свою индивидуальность. Чайник из боросиликатного стекла принадлежит к новой коллекции Vitrum. Размер чайника 15 на 8,5 на 9,5 см, объем 0,5 литра. В носик чайника вставлена пружинка из нержавеющей стали, для того, чтобы чаинки не попадали в стакан. Хотя, мне кажется, это слабенькая такая защита, но все же. Крышка с силиконовым уплотнителем защищена с обратной стороны нержавеющей сталью. Благодаря этому чайник будет служить дольше, потому что дерево защищено от воздействия влаги и горячего пара. Стоит такой заварочный чайник 299 рублей. Косметичка произведена в Китае, состав полиэстер, хлопок, сталь, ПП и ПУ. Стоит такая косметичка 149 рублей, продается в четырех весьма милых расцветках. Застегивается на молнию. Цвет подклады подобран в цвет основного цвета косметички. Украшена она нашивной полоской из хлопка и бантиком. С этой косметичкой вы сможете взять с собой в дорогу любимые средства и аксессуары. Размер ее 23 на 6 и на 14 сантиметров. А вот так выглядят все четыре расцветки. Новогодние наборы, предлагающие вырастить новогоднюю ель, с предсказаниями. Стоят такие наборы по 99 рублей. Произведены они в России. Предсказание находится внутри. И производитель предлагает выкладывать вам фото в фотоконкурсе в Instagram с хэштегом «Вырасти меня». Ведерко для льда, объем 5 литров, производитель Китай, состав оцинкованное железо. Стоит такое ведерко 299 рублей. В нашем магазине продается в двух дизайнах, светлом и темном. Все на пивную тематику. Ведерко достаточно глубокое, имеет прямоугольную форму и две ручки по бокам для удобства использования. Даже если ведерко полностью будет загружено бутылками с пивом, вы сможете его переставить с места на место. Форма для выпечки с ручками, объем 1,3 литра, состав боросиликатное стекло, производитель Китай. Стоимость такой формы
249 рублей, размер ее 26 на 18 и на 6 сантиметров. Это еще один предмет из новой коллекции Vitrum. В этой форме любимое блюдо можно подавать на стол сразу после приготовления. Кружка объемом 420 мл, состав боросиликатное стекло, производитель Китай. Стоимость 149 рублей. Эти кружки отлично подойдут для домашних чаепитий или в обеденный перерыв на работе. Они украшены различными забавными надписями, которые поднимут настроение не только вам, но и окружающим. Удобная ручка, достаточно большая, позволит пить горячие напитки, не обжигая при этом руки. Размер кружки 8 на 10 см, и она принадлежит к товарам из коллекции Vitrum. Пиала Bowl to Kitchen объемом 340 мл, производитель Китай, состав опаловое стекло. Это еще один предмет из новой коллекции четырехугольной посуды от Fix Price из опалового стекла. Белого цвета эта пиала, не очень глубокая, так что для супа она вряд ли подойдет, а вот для вторых блюд или салатов отличный вариант.